Всем привет-привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Начинаем с вами новое видео. Хочу поздравить с днем рождения одну очень хорошую девочку. Ангелиночка, поздравляю тебя с днем рождения. Хочу пожелать тебе, чтобы твоя жизнь всегда была наполнена яркими, светлыми и радостными моментами. Чтобы горести и печали обходили тебя стороной. Улыбайся, радуйся и мечтай, и воплощай все свои мечты в жизнь. С днем рождения! Погодка сегодня морозная, зимняя, снега выпало прилично так, но на улице минусовая температура, естественно, холодно, вчера была ночью вообще минус 11, сегодня вот минус 4, но все равно чувствуется, что холодно, еще и снега выпало прилично. Не торопится к нам весна, ну и метет сегодня, конечно, метель. Видно, да, что снег падает. В субботу я мыла холодильник. Наконец-то у меня добрались руки до его разморозки и его уборки. Я его периодически, наверное, раз в полгода размораживаю и мою. Капитально, вот как показываю на видео. В остальном же я просто поддерживаю его чистоту и порядок в холодильнике. В этот раз мне надо было очень быстро его разморозить и очень быстро помыть, высушить и опять его включить, чтобы у меня не успела растаять ягода. У нас еще сохранилось несколько пакетов замороженной ягоды, которую мы привезли из деревни. И не хотелось бы, чтобы она растаяла и превратилась в кашу. Хочу сказать, что я очень быстро все это сделала. И ягода не успела разморозиться. Заодно провела ревизию в своих лекарствах, которые хранятся в холодильнике. Выбросила все, что уже просрочилось. Оказывается, там больше половины уже просроченное стояло. Я не пользовалась давно уже этим. И даже не смотрела на сроки хранения. Поэтому все выкинула лишнее, все отсортировала, оставила только все самое необходимое. В последнее время я очень много времени провожу за расхламлением. Я не жалею, выкидываю все старые ненужные вещи, которыми я не пользуюсь очень давно. И знаете, это классно, это круто. Лучше выбросить то, чем не пользуешься, тем более... Пока ты не избавишься от старого, у тебя ничего не появится новое. Девочки, я нашла искусственные цветы, которые у меня были. Я ничего не буду покупать. Я хотела их поставить вот сюда, вот в угол. Чтобы они вот так вот здесь стояли красивенько. Мне надо теперь только, наверное, купить вазу какую-нибудь светленькую, не стеклянную. Наверное, какую-нибудь беленькую. И поставить вот сюда вот в уголочек. И будет красиво смотреться. И больше никаких цветочков не надо. По рассаде все прекрасно, все хорошо. Посмотрите, как этот перчик хорошо уже разрастается. Здесь тоже у меня все хорошо. Вот этот, правда, немножечко отстает. Листики не такие большие, но все равно растет. Здесь тоже с перчиками все хорошо. С томатиками тоже все отлично, их надо уже будет рассаживать на этой недельке. Моя петунья, которую я выращиваю первый раз, один томатик сломали нечаянно, но ничего. Здесь у меня цинния, посмотрите, здесь вылезли еще перцы. Так что я даже, если честно, не знаю теперь, какие тут перцы, красные или желтые. Но какие-то будут. Ну и здесь тоже все хорошо, все прекрасно. Так что рассада у меня растет нормально. Я довольна. На улице вышло солнышко, небо голубое, снег тает. А у меня от этих перепадов безумно болит голова. И снимать сегодня я уже не в состоянии. Сегодня такой день, делать ничего особого нельзя. И... Я приму сейчас таблетку и лягу отдыхать. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Извиняюсь, что оно такое короткое, но самочувствие у меня сегодня неважное. Всем пока-пока. Увидимся с вами в новом видео.